31 октября завершается первый этап подключения социальных учреждений Ненецкого округа к высокоскоростному интернету. Доступ к этой услуге получат 27 социальных объектов на территории Наринмара, поселка Искателей и учреждений, расположенных в селах вверх и вниз по Печоре. Сегодня доступ к высокоскоростному интернету получил Ненецкий аграрно-экономический техникум имени Волкова. Специальная комиссия провела необходимые тесты. Скорость на выходе составляет 100 мегабит в секунду. До конца 2021 года в Ненецком округе подключат высокоскоростному интернету более 100 социально значимых объектов. Работа проводится в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». То считаю, именно для нашего региона это такая значимая вещь, потому что, как я уже не раз говорил, основа для развития, для цифрового развития, для связи – это инфраструктура. Инфраструктура – это каналы связи. То есть социально значимый объект Ненецкого округа получит эту инфраструктуру для дальнейшего развития. В рамках федерального контракта в учреждение заводится волоконно-оптический кабель связи в отношении Наринмара, либо там спутниковый канал, либо радиорелейный. Проверяется, замеряется скорость на входе, что соответствует контракту. Дальнейшая разводка по помещениям – это уже либо существующие сети, либо какие-то строительства новых, но нынешним контрактом это не предусмотрено. Но, как правило, в те объекты, куда мы заводим, именно по городу сети уже существуют, и будет необходима только там небольшая работа сотрудников там IT-служб, учреждений. Да, там, где-то, если есть необходимость помочь, мы готовы там подсказать, как-то методологически оказать помощь. Либо это в отдаленных населенных пунктах, как правило, там где-то один компьютер, где-то два компьютера, то есть там больших трудностей с подключением не будет. На эти цели из федерального бюджета в рамках нацпрограммы выделено 138 миллионов рублей.